Дамы и господа, встречаем бойца синего угла ринга. Тваха Кассиму! А вот и гость из солнечной Танзании, Тваха Кидуку, 14 побед, 5 поражений. Килограмм. И встречаем его оппонента соперника в красном углу ринга, Роман Закиров! Бой у нас в полусреднем весе, и Роман Закиров, 5 побед, 3 нокаутом, 0 поражений, 0 ничьих, 22 года спортсмену, представляет он Азербайджан. Карьеру начал в июле 2018 года и, кстати, успел отметиться выступлением на турнире в Екатеринбурге. Тогда победил по очкам, кстати говоря, Карена Аветисяна. В этом году Роман Закиров проводит уже третий поединок. Ну что ж, бойцы в ринге, и послушаем представление. Роман Закиров, вес 67 килограмм 800 грамм. Рефери, Летунов, судьи, Курнявка, Калинкин, Антонов. Начинается первый раунд. Итак, азербайджанско-танзанийское противостояние. Думаю, очень легко различать боксеров красных с белыми полосами в трусах у нас Роман Закиров. И, соответственно, в желтых трусах африканский гость Тваха Кидуку, который боксирует с 2013 года, кстати говоря. И даже числится в среднем весе, то есть здесь он на две категории спустился вниз. Проводит третий поединок за год, вот как раз два предыдущих проводил Тваха в рамках среднего веса. Один бой в рамках среднего, другой в рамках второго среднего. И выиграл дисквалификации у Мады Маугу у себя в Танзании. Но затем съездил в Латвию и проиграл по очкам российскому проспекту Исмаилу Илиеву. Вообще так он чередует победы с поражениями. Побед больше. Большинство его побед одержано, естественно, на родине. В Танзании на выезде Тваха пока что не был успешен. Кроме поражения от Илиева, у него есть поражение от Лукаша Вержбицки, польского проспекта. Проигрывал он небезызвестному узбекскому контендеру Кудратило Абдукахорову, хорошо известному, например, российской публике по поединку против Дмитрия Михайленко. И проигрывал у себя на родине, в Танзании, Иду Пальяри. Ну, другое дело, что все поражения у Твахи по очкам. Такой крепкий парень. Крепкий парень, да. И ударить может. У него из 14 побед 7 побед нокаутом. Одна ничья. Рост 1,74 м. 27 лет. Первый номер танзанийского рейтинга средневесов. И 106-м в мировом рейтинге в среднем весе стоит Тваха Кассиму. Он же Тваха Кидуку. Он, кстати, у него интересная фамилия третья. Тваха Кассиму Рубаха. Вот так вот. Тваха-рубаха. Почти рубака. Да. Рубаха-парень. Ну, ладно, шутки в сторону. Неплохо. Очень агрессивно, бьет, да, кстати, пошел Кидуков. Тваха вперед. А вообще не собирается он пока что сбавлять. Он Закирова откровенно поджал в первом раунде. Отвечает Роман двойкой по корпусу. Ну, такой у нас пока разведочный темп, но удары уже интересные. Но оба так неплохо перекрыты.
И вполне возможно, что увидим мы хорошую такую рубку на средней-ближней дистанции. То есть хотелось бы, было, чтобы было минимум клинчи. Ну, пока, кстати, Роман Закиров более пассивен был. Но он присматривается, он тоже понимает, что сразу умахиваться смысла нет. Что касается Романа Закирова, то он в первом среднем весе является первым номером азербайджанского рейтинга и 198-й в мире в этой весовой категории. Ну и есть, конечно же, опыт выступлений по любителям у Романа Закирова с октября 2014 по январь 2018 он проводил поединки. Итак, второй раунд. На джебе Тваха Касиму. Закиров пока занял выжидательную позицию. Вот сейчас попадает Роман справа хорошо. Высоко держит руки, так очень серьезно уделяет внимание в этом поединке Роман Закиров в защите. Ну, я помню его по поединку против Карена Аветисяна. В общем-то, там Карен Аветисян, хотя и проиграл по очкам, но бой был гораздо ближе, чем результат на бумаге. Да, взял такую паузу Роман Закиров. А вот сейчас очень точно выцелил справа, попал через руку еще раз. И, кстати, потряс проблемы очень крепкого танзанийца. Ой, проблемки. Вот так вот. Вот вам и не проигрывавший нокаутом человек. Попал, судя по всему, Закиров. Очень попал. Серьезно попал. Да. Ну, даже особо не спорит, кстати, Тваха Касиму. Ну что ж, у нас парад досрочных побед продолжается. Так держать, друзья, так держать. Наши поздравления Роману. Уважение Твахе. Все традиционно. Ждем официального объявления победителя. Победу одержал Роман Закиров!